Ламікон обирай, скажи Грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. Нагадаю, що вода Трускавецька проводить благодійну акцію «Крок до перемоги». 1 гривня з кожної пляшки йде на підтримку наших захисників. Пам'ятайте, що навіть маленький крок торує шлях до великої перемоги. Трускавецька і серця Карпат для хоробрих сердець. Ця інформація прозвучала на правах реклами. А далі ми будемо говорити, що відбувається з Рамзаном Кадировим, диктатором в Чечні. Багато було різних повідомлень про те, що він в комі. Це головне управління розвідки повідомляло. І про те, що він помер. Це вже повідомляли чеченські активісти, які знаходяться за кордоном. Що це означає? Говорити будемо з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Джамбулат Сулейманов, керівник чеченського руху «Єдина сила». Джамбулат, здравствуйте, приветствую вас в эфире. Здравствуйте. Я помню, что в последний раз, когда мы с вами разговаривали, вы говорили, что вот после Пригожина Рамзан Кадыров следующий, что Путин не потерпит такого средневековья, которое сейчас в Чечне, в общем, как это сказать, главное настроение в Чечне. То, что сейчас происходит вокруг Рамзана Кадырова, это подтверждение ваших слов или что-то другое? Ну да, можно сказать, что сегодня таким образом могли устранить Кадырова. Но возможно, что сейчас еще и не время его устранять. У меня сейчас двоякое впечатление от происходящего. Я это говорил, что он будет следующим, в принципе, по схеме, которую выстраивает российская власть. Но выгнали им прямо сейчас устранять его, я в этом не уверен. Возможно, что еще не пришло время, чтобы его устранять, чтобы нарушать вот выстроенную схему. И, возможно, мы все знаем, что Кадыров болел давно. И это мог быть такой, так сказать, акт, такой растяжной акт его медленного устранения. А могло быть, скорее всего, что он болел. Его сегодня стараются как-то удержать в системе определенное время, пока не будет подготовлена другая схема уже выстраивания власти в Чечне. Мне больше, я больше склонен считать, что второе, что они сегодня не готовы к 7-минутной смене Кадырова, и поэтому нету комментариев от окружения Путина по поводу его здоровья. И мне кажется все-таки, что прямо сегодня, сейчас они не готовы были его заменять. Как вам, не то, что как вам кажется, а что вы знаете, а что говорят чеченцы о том, что происходит вокруг Кадырова? Как правило, такие слухи, они разносятся довольно быстро. Я должен, опять же, напомнить нашей аудитории, что правозащитник Абубакар Янгулбаев, он написал еще вчера в своем телеграм-канале, что Кадыров умер. Понятно, что официальных подтверждений у нас не было, но о чем говорят чеченцы в этом контексте? Ну, о его смерти сегодня из Чечни практически не говорит никто. То ли это боязнь, то ли это просто отсутствие информации. Но подтверждающих фактов словам Янгулбаева я не нашел. По крайней мере, из моих источников таких подтверждающих фактов нет. И мне кажется, что сегодня, с одной стороны, понимая, что Кадыров является как бы слабым звеном в системе, выстроенной Путиным, что есть специальная атака на именно на Кадырова, чтобы тем самым... это, скорее всего, психологическая атака и на самого Кадырова, это однозначно, но и на систему Путина, мне кажется, так идет. При этом мы тоже понимаем, если говорить об историческом контексте, что больной царь — это, возможно, даже хуже, чем мертвый. Ну, потому что мертвый, все уже понятно, да, его нет, и, соответственно, там каким-то образом распределились роли по-другому. А вот больной Кадыров, что это означает для Чечни? Причем, в таком состоянии, когда мы говорим о том, что, смотрите, он в коме, смотрите, где-то там в одной из московских клиник он лежит, его бизнес-джет летает туда-сюда из Грозного в Москву, публикуются вот эти консервы, где он якобы то на пробежке, то еще где-то. Что это означает для этой диктаторской репрессивной вертикали? Это означает однозначно, мы видим кризис системы, которая была выстроена 20 лет назад. Удивительно, что Путин выстраивал систему, то есть Кадыров на самом деле копировал систему Путина по России. Как бы. Если он диктатор России, то Кадыров диктатор в Чечне. Есть, конечно, подчиненность и завязки Кадырова под Путина,
Но нет такой системы, где бы его в любой момент могли бы заменить. Система выстраивалась так, что альтернативы для Кадырова не выстраивалось никакое. Напротив, все его конкуренты, все его, скажем, такие харизматичные конкуренты, они устранялись. Устранялись при молчаливом согласии Кремля. И сегодня так получается, что болезнь Кадырова или же его смерть приводит к системному сбою. Нет альтернативы. Готовили преемника, сына, но он, скорее всего, не потянет. У Кадырова еще есть, остаются такие более опасные конкуренты, которые не стали выступать против него открыто, но я думаю, что при случае его смерти вся эта система из-за конкурентности его потенциальных преемников начнется сильный сбой в системе. Скорее всего, в Кремле это понимают, и это вот приводит к такому нерешаемому вопросу. То есть сегодня мы видим, что именно поэтому я склонен к мысли, что его не отравились намеренно в Кремле, а что его возможная, вероятная смерть, она преждевременна для этой системы. Они не готовы к этому. Джамбулат, вы сказали, что у него есть конкуренты. А кто это? Можете ли назвать имена? То есть можем ли мы себе представить, кто будет сражаться, да, за этот трон? Ну, это круг известный Ячечин. Это самый одиозный из его круга. Демельханов, Ялудинов и Магомед по кличке Лорд. Да? Вот весь это его ближайший круг. Естественно, они спят и видят себя во сне преемниками в Чечне, преемниками кадыровской власти. Но я уже озвучивал свое мнение, что Кремль не готов уже как бы заменять кадыровский клан каким-то другим кланом. Этот клан должен был или стоять до конца, пока не придет время изменения системы Путин-Кадыров. Уже я говорил, что идеально Чечня видится как обычное захолустье России, какой-то там, я не знаю, какой-то отдаленный уголок, где наместником сидит русский, а не чеченец. Чеченцы должно остаться максимум 50% от населения республики. И по этой схеме сегодня мы видим, как проводятся такие акции отправки молодежи на войну в Украине, какие-то там химические отравления, отравляющие вещества, которые по всей Чечне рассыпаны, да, вот захоронения такие ядовитые. То есть мы знаем, что самая высокая степень онкологических заболеваний именно в Чечне. Все эти шаги Кремль 20 лет вел к этому. Мне кажется, вот идеальная ситуация в Чечне для России – это когда чеченцев нет в Чечне. Но сегодня в один день это невозможно осуществить, и поэтому я вижу некоторую панику в Кремле по поводу состояния здоровья Кадырова. Вы знаете, тут еще такой момент, ну вот один из аргументов, который приводят эксперты, говоря о том, умер ли Кадыров или нет, они обращаются, конечно, к обрядам мусульман, в том смысле, что если мусульманин, скажем, умер утром, то его должны похоронить уже до захода солнца в тот же день. Но тут, кажется, не учитывается политический аспект, о чем я говорю, в том смысле, что можете ли вы себе представить, что действительно, ну, либо Кадыров уже умер, либо он уже в таком состоянии, что, ну, в какой-то момент его нужно будет отключать от вот этих систем обеспечения, но до последнего не будут сообщать о том, что он мертв, просто выдерживая паузу, чтобы окончательно договориться о передаче власти. Возможен ли такой вариант? Видите ли вы, что, ну, он может быть разыгран? Да, я согласен с вами, что это не последний человек, чтобы его в тот же день захоронили. Скорее всего, тут будут некоторые отхождения от общепринятых традиций в связи с тем, что все-таки это человек, подчиненный федеральной власти, Кремлю. И, скорее всего, даже не сами чеченцы будут решать, хоронить ли его сиюминутно по мусульманским традициям. Скорее всего, это будут решать в Кремле. Но скрывать, и тем не менее, скрывать долго не получится. Обойти традиции и игнорировать их полностью не получится. Я думаю, максимум они могут себе позволить 3 дня. Будем смотреть. И тем более, вот я не знаю, эти кадры были старые или нет, но после того, как объявили, что он в коме, мы же видели видеокадры, когда он гуляет с семьей по Грозному. Поэтому я не стал бы забегать вперед. Лучше выждать максимум это 3 дня.
Может быть, сегодня или завтра уже будет ответ на вопрос. Ну, вы знаете, мне кажется, из тех сообщений, которые дальше появлялись в публичном пространстве, конечно, не от самого Кадырова, они исходили, все-таки они подтверждают, что Кадыров находился или находится в Москве в одной из клиник. Есть, кстати, такое заявление от так называемой оппозиции на зарплате у Кремля. Всегда был, да, такой журналист Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы». На деньги «Газпрома» он, в принципе, изображал из себя оппозицию. Вот он написал, например, что просто слушайте, у Кадырова там почечная недостаточность, гемодиализ ему нужен, ну вот поэтому в Москве он лежит. То есть он точно не в Грозном, это уже 100%. Но помним также о том, о той истории, которую вот начали обсуждать, мне кажется, последние несколько недель. Это исчезновение Ильхана Сулейманова. Это человек, который был министром здравоохранения Чечни, был даже вице-премьером Чечни, и, как сообщалось, что он был личным врачом Кадырова. Как вы поняли эту историю? Что могло случиться с Сулеймановым? Верите ли вы в то, что Кадыров заподозрил, что его там как-то травят или что-то не так с ним делают, ну и расправился со своим бывшим министром? Ну, в паранойи Кадырова сомневать не приходится. Часто он ведет какие-то параноидальные действия, и, скорее всего, он таким образом и был уволен. Его, скорее всего, убили бы, если бы это был какой-нибудь чеченский врач, но если человек, который из региона, ну, с другого региона, там, скорее всего, будут поосторожнее. Ему могут там дать, я не знаю, какие-то... чтобы он понимал, что он не должен болтать лишнее, и отпустить его живым. Ну, возможно, я считаю, что, скорее всего, уволили из-за подозрения. Вот этот же случай нам показал, что насколько нужно быть осторожным подобного заявления о смерти того-то или иного там человека в связи... Мы понимаем, что Кадыров не постесняется кого-то убить, угрызений совести у него нет, человек абсолютно кровожадный, было убито много людей Кадыровым, его окружением. Но вот в таких схемах, вот, забегая вперед, делать какие-то сенсационные заявления, я считаю это неправильным, и тем более в случае с самим Кадыровым. Абсолютно точно нам нужно подтверждение. Я же говорю, да, мы ссылаемся либо на сообщение Главного управления разведки и Минобороны Украины, они говорили о том, что он в коме, это похоже на правду, ну, либо действительно на представителя чеченской оппозиции, который написал, что он мертв, но тут мы не получили никаких доказательств пока что. Я все-таки хочу вернуться к тезису, который мы обсуждали в самом начале, о том, что больной диктатор — это даже хуже, чем мертвый. Ну вот, можно же себе представить, что действительно там как-то в Москве Кадырова откачали. На бизнес-джете вот сообщалось, что вчера личный самолет Рамзана Кадырова вылетел из Москвы в Грозный. Мы не знаем, был ли это он, какие-то его родственники, вообще кого и куда, ну куда знаем, а кого вез этот самолет, мы не знаем. Так вот, возвращается Кадыров, да, после вот такой операции. Очевидно, что со здоровьем у него не становится лучше, что это проблема постоянная. Значит ли это, можно ли ожидать, что от Кадырова Кремль будет ожидать постепенной передачи власти кому-то другому? Да, абсолютно. Ну, скорее всего, не только передача, они, скорее всего, сейчас выстраивают какую-то схему. Вот я говорил о конечной цели, да, что видится Кремлю, но, скорее всего, будет какой-то переходной вариант. Я же говорил, что, скорее всего, будет какой-то русский наместник. Ну, возможно, это будет не сиюминутно, не одноразовый акт. Возможно, будет какой-то переходной этап и действительно назначит кого-то временно из окружения, из ближайшего окружения Кадырова на какой-то переходной период. То, что он летал в Москву в лечебное заведение, ну, очевидно, это очевидно даже всякому не слепому, что человек болен, и болен давно. То, что он в Москве в каком-то лечебном заведении, не означает, что обязательно он в коме. Очевидно, его состояние, отрицательное состояние здоровья. И, скорее всего, да, вы правы, что будут сегодня... Ну, это как бы для нас плюс, что Кремль не был готов к подобному стечению обстоятельств, что им приходится делать какие-то экстренные действия, какие-то чрезвычайные как бы решения, а это уже как бы в помощь нам в борьбе с путинским режимом. Абсолютно вы тут правы, и тут еще интересный момент.
который хочу с вами обсудить. Мы помним, что Чечня после того, как ее возглавил Кадыров, она, конечно, ассоциируется только с страшными противоправными действиями. То есть о чем идет речь? То есть это убийства, это похищения, это пытки, это грабежи. Эта система, на чем она строится? На вот этом, как это сказать, лицензии на убийство, которые выдали кадыровцам? И опять же, если Кадырова не становится, можно ли себе представить, что эта система сохраняется просто с другим человеком во главе этой системы? Ну, система, любая система, она имеет свой иммунитет и нацелена на самосохранение. Она в любом случае будет сопротивляться и будет стараться себя сохранить как таковую. В этом есть опасность для нас, для сторонников независимости. Мы понимаем, что эта система абсолютно противоречит всем чеченским канонам, традициям. Она насажена насильственно сверху. Это, в принципе, монгольская система управления, которая как бы наследство получила Российская империя, и ее во всех своих этих, я не знаю, каких-то классических канонах реализовывал сам Путин. Мы за то, чтобы наше движение «Единая сила», за то, чтобы был слом этой системы. Мы знаем, что есть и другое мнение альтернативное, что они все-таки чеченцы, систему нужно как-то модернизировать, там, решить ее политической надстройки одиозных людей, а саму систему управления нужно как-то использовать и сохранить, что это как бы проще и легче. Но вот наше движение, оно базируется на том, что должен быть полный слом всякого влияния российской власти на Чечню. И только тогда мы сможем достичь действительно независимости. Мы знаем это и по примеру украинской истории, как она долго боролась для того, чтобы вырваться из пут российского влияния, да, вот, политически, которое окутало всю систему власти в Украине. Нам это видится очевидным. И, к сожалению, есть среди сторонников независимости люди, которые считают, что этого невозможно достичь, что это приведет к большой крови. Ну, я думаю, что у нас иного выбора нет, как такового. Давайте тогда вот рассмотрим тот сценарий, который, возможно, нам нравится больше всего. Кремль подтверждает, Кадыров умер. Да? Ну, там будет что-то такое, не знаю, от тяжелой болезни, наш герой и так далее. Все соболезнуем, ну, вот это все. А что может быть дальше? Ну, на данный момент, следуя логике, да, так скажем, мы сейчас говорим о вероятном развитии событий, мы не можем точно знать. Ну, скорее всего, кто-то из ближайшего окружения временно возглавит республику. Я не думаю, что его сын будет в состоянии. Или, возможно, такая схема, что объявит его сына, но там нету никаких правовых обоснований. Ну, в Чечне это все возможно. Объявят его, а регентом будет кто-то из ближайшего окружения самого Кадырова. Тоже то ли Адам Демирханов, то ли еще кто-то. То есть в любом случае это будет какой-то период переходной период, когда будет сохраняться система, а дальше, скорее всего, будет силовое решение Чечни, распуск всех вот этих прокадыровских формирований и насаждение на Чечню какого-нибудь, я не знаю, прямого правления с Москвы, там, вроде царских времен генерал-губернатор, что вот это все будет как-то жестко браться под управление, но сегодня нету никакого потенциала в Чечне воспротивиться этому, если это случится. Поэтому они посмотрят, насколько велики риски. Мы помним подобную схему в Дагестане, когда долгое время, я не знаю, выращивался клан лояльный России, пока ситуация на Северном Кавказе была шаткая. Они их вскармливали, и в итоге была спецоперация, когда вывозили всех одиозных дагестанских, я не знаю, там, политиков, бизнесменов, мэра города Махачкалы, Амирова. И был просто насажен человек с Москвы. Я думаю, что подобная схема ждет и саму Чечню. То есть, ну, это будет поэтапно. Ну, понятно, что мы говорим гипотетически, и действительно у нас нет подтверждения, что Кадыров умер. Возможно, ну, вероятнее всего выглядит так, что он серьезно болен и, скорее всего, вернется в свой дворец, там что-то снова запишет видосики и так далее. Но, тем не менее, то есть вы считаете, что у Кремля
ну, нет никакого смысла сохранять клан Кадырова, да, ну, вот там же много родственников, вы уже упомянули его сына, которого представляли Путину, была же эта встреча, есть эти фотографии, то есть никакого смысла Кремлю сохранять этот клан нет. Ну, очевидно, что Путин, когда выстраивал систему клана Кадырова, он был 100% уверен, что это будет работать вечно. А именно война в Украине стала таким лакмусовой бумагой, которая выявила пагубность данной системы и то, что она не работает. Остается только вопрос, как бы это сделать безболезненно, то есть демонтировать этот режим, чтобы он не обрушился и не привел к каким-то волнениям в Чечне. По-моему, вопрос о закрытии системы Путин-Кадыров, вот, мне кажется, он уже решен. Это такой мой личный взгляд. Как вы, кстати, понимаете вот эту отеческую любовь Путина к Кадырову? Мы не знаем, насколько это искренне. Мы просто видим фотографии, да, или видим, как Кадыров, несмотря на все вот там ограничения, где разные чиновники по 2 недели в карантине сидят, кал сдают, может приехать куда-то в Кремль и запилить селфи с Путиным. Как вы понимаете эту приязнь? Можно ли себе представить, что это искренне? Ну, я думаю, что, конечно, в большой политике не может быть никаких там отеческих чувств, но вот в психологии Путина это во время восхождения к власти, он восходил к власти именно через войну в Чечне, я думаю, в этот момент все-таки какой-то сентимент есть, что Кадыровы и отец, и сын сделали большую услугу лично Путину. Там все-таки какой-то сентимент был. Но нету той любви, которая не проходила бы в случае там, каких-то, я не знаю, потрясений. Вот, скорее всего, были, и именно это ему позволяло. Ну, плюс, скорее всего, были какие-то очень твердые заверения, какая-то гарантия абсолютной лояльности Кадырову-младшего Путину. То есть там одно другому, как говорится, не мешает. Но сентименты, скорее всего, прошли. Есть момент отрезвления, и я вижу, что постепенно Кадыров вот этот... Кадыровский клан, он будет отстраняться от власти. Тут мы тоже можем вспомнить о том, что Пригожина Путин тоже сильно любил, потом даже рассказывал, что с 90-х его знает, много разных контрактов были, ну, получил, собственно, Пригожин благодаря вот этой протекции. Ну и чем все закончилось? Закончилось тем, что взорвали его самолет вместе со всеми, кто там летел, включая там, не знаю, стюардессу или, господи, этих пилотов самолета, которые вроде бы ни при чем. Хорошо, тут есть еще, конечно, момент. Мы помним о том, что есть подразделение так называемых кадыровцев, которые находятся на территории Украины. Мы разговаривали с нашими военными, и они все подтверждают, что, в принципе, их роль — это, конечно, кошмарить людей, которые, украинцев, которые остаются на оккупированных территориях, и заградотряды. То есть, ну, точно как во времена Второй мировой, и чтобы не могли сбежать российские военные со своих позиций, за ними, ну вот за их спинами стоят кадыровцы, и если что, их расстреливают. Можно ли себе представить, что, ну, при смерти Кадырова вот это военное подразделение сохранится? Ну, в смысле, просто передадут кому-то другому, кто-то другой будет, там, я не знаю, раздавать им ордена, а они вот будут продолжать выполнять свои функции на оккупированных территориях Украины. Но если говорить о подразделениях в самой Украине, там сегодня из тех натасканных, так скажем, цепных собак Кадырова, там не очень-то много людей. Попавшие немилость Алоддинов, ну, кто там еще? Другие все остаются в Чечне и держат власть Кадырова. А набирает туда простых чеченцев, конечно, над ними стоят уже как бы свои командиры. Я считаю, что простых бойцов, скорее всего, расфасуют по другим частям, а также командиров тоже перераспределять по другим частям, что сохранятся именно те части, которые Украине не будут, но в самой Чечне там, скорее всего, пройдет какая-то чистка. Поэтому на всех них висят уголовные дела, несмотря на то, что сегодня они имеют карт-бланш на любые действия в Чечне. Ни одного из них, как мне известно, не сняты те уголовные дела, которые были возбуждены еще в начале 2000-х или там уже где-то ближе к 2010 годам. То есть если им нужно кого-то закрыть, у них, в принципе, с документацией и с обоснованием все готово. Я думаю, что если будет закрываться проект Кадырова, то там будет очень сильная чистка. Джамбулат, и вот последний вопрос у нас буквально минута в эфире. Если говорить о том,
что вот Кадырова отравили. Мы помним, да, что его не любят ни ФСБ, ни Минобороны. Ну, короче говоря, всем он не нравится, потому что, ну, вот такой непредсказуемый персонаж, которому все можно убивать, грабить, насиловать, и ничего ему за это не будет. У нас в эфире звучала такая точка зрения, что если не Путин отравил его лично, что вряд ли, вот вы сказали, да, что Кремлю сейчас невыгодно терять такую фигуру, то это может означать, что вот эти силы, ФСБ и так далее, кто бы ни стоял за этим возможным, предполагаемым отравлением, что они сливают Путина. Ну, в смысле, они убирают важного человека, на которого он полагался в Чечне, а, соответственно, ослабляют Путина. Можно ли сделать такой вывод? Абсолютно. Я согласен с таким выводом. Мы знаем, что сегодня уже, видя шаткость положения самого Путина, идет пока закулисная как бы борьба, но она идет. Если ее отрицать, то это как бы, ну, отрицать логику подобных действий. Можно привести массу примеров. Я считаю вероятно эту версию. Джамбулат, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був керівник чеченського руху «Єдина сила» Джамбулат Сулейманов. Обговорювали стан здоров'я диктатора чеченського Рамзана Кадирова. Було повідомлення, що він помер. Немає таких підтверджень. Було повідомлення від нашого ГУР про те, що він в комі, і це виглядає дуже-дуже переконливо. Що ж, ми сподіваємося, що все-таки побачимо його в труні якомога швидше. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.